Более 100 сильнейших спортсменов из трех городов Ямала собрались в Муравленко. В городе прошли окружной чемпионат и первенство по тхэквондо. Приветствуем команду города Муравленко! Лучшие тхэквондисты Муравленко, Ноябрьска и Салехарда оспаривали первенство сразу в двух состязаниях – чемпионате и первенстве Ямала. Два даянга развернули в спортивной школе Муравленко. Соблюдают правила. Видно, что готовились к турниру. И я считаю, что тренерский состав работает очень хорошо для этого. Плюс этот же турнир еще репетиция. Здесь будет проводиться крупный турнир Уральского федерального округа. Приедут сильнейшие спортсмены округа. И здесь задача не только еще спортсменов обкатать. Нам еще нужно обкатать вот судейский корпус, который, как хозяева, они будут в основном заниматься судейством. Поэтому мы еще ребят тренируем для того, чтобы они судили этот турнир. Участники состязались в тулях, так называемых боях с тенью, и спаррингах с реальным противником. Диме Крыгину из Муравленко всего 11 лет, а он уже победитель окружного первенства по тхэквондо. На даянге собран и техничен. Вот и в этом поединке юный спортсмен не оставил ни единого шанса на победу своему сопернику. Результат доволен. 4-0, победа – это очень хорошо. Надо, главное, выжидать соперника, когда он этот удар нужно выжидать и попасть своим ударом. Спорт – это для души, для здоровья и чтобы быть сильным и крепким в старости. За подрастающего чемпиона болеют не только товарищи по команде, но и родители. Переживаем, конечно. Каждый раз переживаем, волнуемся. Больше, чем сам ребенок. Мы всегда приходим на каждое соревнование. Я думаю, поддержка вот родителей им вообще важна. Они вот чувствуют, что поддержка, когда вот они выезжают за пределы нашего города, там как-то поддержки нету и у них какое-то волнение. А здесь вот с родителями они чувствует увереннее. Сборная Ноябрьска, состоящая из воспитанников клуба кикбоксинга «Рубикон», серебряный призер чемпионата и первенства Ямала по тхэквондо. Для спортсменов это возможность подготовиться к предстоящим состязаниям. У нас в дальнейшем выезды на соревнования, поэтому задача была показать максимально то, что отрабатывали на тренировке, продышаться перед выездными соревнованиями. В итоге лидерами в командном зачете признана сборная хозяев из Муравленко, на втором месте ноябряне и третье у спортсменов из Салехарда. Анастасия Попова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.